США решили ввести дополнительные санкции против России. И определенно среди этих санкций будут меры экономического характера. Эти меры включают в себя замораживание счетов и ограничение передвижений для основных соратников Путина. Мы недавно спустили лодку очередную, новую, на атомный крейсер. Практически бесшумные, способны погружаться на глубину до полукилометра и находиться в автономном плавании более 3 месяцев. На борту одного такого крейсера 16 пусковых установок «Булава». Ракеты, способные из российских территориальных вод дотянуться до любой точки северного полушария. И остановить их сегодня не способен ни один из комплексов космической обороны. Как ваше впечатление от корабля? Russia would maintain its base and rights in Crimea. Russia has made that commitment. Außerdem wird der EU-Rat heute und morgen auf Deutsch. Sovereignty and territorial integrity. Сейчас приступили к постановке на дежурство новых ракетных комплексов шахтного базирования нового поколения. Вот те самые ракетные комплексы РС-24 «Ярс», только что заступившие на дежурство в Новосибирской области. В их основе новейшие межконтинентальные баллистические ракеты, способные преодолеть любую существующую ПРО. Громко приходится выражаться для того, чтобы услышали. В некоторых ядерных державах весь атомный арсенал состоит из 4 атомных подводных лодок. Установка на учет нового боевого комплекса не помешает нам по бокалу шампанского. Наоборот, это стимул. Это повод. Повод хороший.